50 многоквартирных домов Черкесска в ближайшие пару лет получат в свое распоряжение благоустроенные территории. В настоящее время представители мэрии и депутаты встречаются с горожанами и представляют им предварительные дизайн-проекты. На одном из мероприятий побывал Артур Мкце. Чтобы ваш двор не выглядел подобным образом даже спустя несколько дней после непогоды, необходимо либо иметь большую сумму собственных денежных средств на благоустройство, либо стать участником национального проекта «Жилье и городская среда». В противном случае остается только надеяться на оперативную реакцию надзорных служб. Только в это сейчас и верят собственники квартир по Кирова-13 в республиканской столице. Мало того, что зеленые насаждения того и гляди залезут в окна многоэтажки, а спортивная площадка смахивает на полигон, так еще и асфальтовое покрытие, похоже, подверглось нашествию кротов. Не иначе. Как итог, озеро рядом с домом. Тем временем в Черкесске продолжается реализация федеральной программы, которая уже помогла преобразить около сотни дворовых территорий. С 2017 года действует программа благоустройства дворовых территорий в городе Черкесске. Это уже второй этап этой программы. В прошлом году в июле месяце были поданы заявки жителями многоквартирных домов в городе Черкесске и были приняты решения. В 2024 году будет 20 домов, дальше еще 20 домов дворовых территорий. Поэтому сегодня мы продолжаем работу, которую с депутатами городской думы, совместно с партией «Единая Россия», инициатором этого процесса, мы проводим ознакомление жильцов многоквартирных домов с схемами благоустройства их дворовой территории. 50 территорий были выбраны из 163 поданных заявок. Так эксперты решили, что этому двору между трех домов по улицам Красноармейской и Кавказской капитальный ремонт крайне необходим. Если детские комплексы по своему состоянию еще могли бы конкурировать с уже благоустроенными территориями, то асфальтовое покрытие с вечным, по словам жильцов, болотом давно нуждается во вмешательстве коммунальных служб или строителей. Представители мэрии составили дизайн-проект, который вместил минимальный перечень того, что непременно должно быть. Дизайн-проект – это эскиз двора, это наше видение, видение проектировщика, точнее, жильцы будут носить свои какие-то корректировки, которые будут учитываться. Благоустройство проходит по минимальному перечню, в минимальный перечень будет входить это асфальтирование проезжих частей, новая детская площадка, малые архитектурные формы, это скамейки, установка скамеек, урн, освещение. У жителей теперь есть возможность, так сказать, расставить приоритеты. Кому-то хочется больше зеленой зоны, другие мечтают о территории для отдыха деток разного возраста, третьи надеются обустроить закрытую парковку. Тут уже был случай, когда на машину дерево падало, вот там в углу. Вы обратите внимание на парковочные места, вас они устраивают? Да. Площадка для сушки белья? Ну, площадку для сушки белья можно поменьше сделать. В любом случае, горожане должны прийти к единому решению коллегиально, то есть большинством голосов. Если же они не найдут взаимопонимания, проект будет реализован по первоначальному варианту, предложенному представителями мэрии региональной столицы. Артур Мкце, Олег Малхожев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.